Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте, и сегодня в эфире. Откровенный беспрекрас. Разговор сегодня состоялся в Новополоцке. Руководители силового блока Беларуси встретились с активом города и представителями трудового коллектива «Нафтана». Температура помутнения – минус 10, а фильтруемости – минус 20. Новополоцкий «Нафтан» запустил в производство улучшенный вид зимнего дизельного топлива. До старта меньше 10 дней. В Новополоцке идет активная подготовка к международному конкурсу юных исполнителей эстрадной песни «Хали Хало». В ближайшее время у нас состоится онлайн-жеребьевка. Планируем провести ее 5 числа в Инстаграме, на страничке Инстаграм конкурса «Хали Хало». Перейдем к подробностям. Белорусы в очередной раз продемонстрировали неравнодушие к судьбе страны. С 24 октября в стране стартовало общественное обсуждение двух законопроектов – о Всебелорусском народном собрании и об изменении избирательного кодекса. Десятки диалоговых площадок развернулись во всех регионах. Они работали вплоть до 2 ноября, до дня завершения опроса. Говорили трудовые коллективы, общественные объединения. Включилась в диалог и молодежь. Так, например, со студентами Полского госуниверситета встретился председатель Белой Руси. Олег Романов, как сенатор, участвовал в экспертных заседаниях по обсуждению текста законопроектов, вносил предложения по их совершенствованию и приведению к оптимальному состоянию. Ему есть что рассказать тем, кто уже завтра в том числе будет определять будущее Беларуси. Студенты – это очень важная часть электората. Они будут принимать участие в едином дне голосования, которое состоится в нашей стране в феврале 2024 года. И они должны отдавать себе отчет в том, за что они голосуют, какие функции будут выполнять избираемые ими депутаты местных советов, депутаты Палаты представителей, какие функции будут выполнять делегаты Всебелорусского народного собрания. И тем самым они впоследствии могут и должны будут иметь обратную связь от своих делегатов, своих депутатов. Итогом общественного обсуждения двух законопроектов стали свыше 150 замечаний и предложений. Их обобщат и уже 3 ноября передадут организаторам публичного обсуждения в Палату представителей и Национальный центр законодательства и правовых исследований для обработки. До конца года депутаты планируют принять в первом чтении законопроект о ВНС. В информационном поле Беларуси сегодня не только общественно-политические вопросы, но и военная обстановка, складывающаяся вокруг Беларуси, и внешние угрозы. Ситуация на белорусских рубежах, усиление информационной войны, а также работа экономики страны в условиях санкционных ограничений. Обо всем детально, без прикрас, а главное, из первых уст сегодня говорили в Новополоцке. В качестве спикеров – руководители силового блока республики, слушатели – актив Нефтеграда и трудовой коллектив предприятия «Нафтана». Подробности у моих коллег. Глобальный срез внутренней и внешней обстановки откровенно, детально, с фактами. А главное, из первых уст, что значит достоверно. Угрозы извне, сохраняющаяся непростая ситуация на белорусских рубежах, региональное состояние сложное. И негативные тенденции, к сожалению, будут преобладать и впредь. Приезжают дипломаты из Западной Европы, не буду говорить, с какой страны. Увидел, прошел здесь у нас год, и его выводы. Республика Беларусь – это ценный ресурс. Здесь есть что делить. Есть предприятия, такие как «Нафтан» и «Полимир». Они интересны. Мы видим на примере Украины, к сожалению, нами братская Россия, что такая же проблематика у них вылилась в другие результаты и последствия вот такие. Геостратегическое наше положение в центре Европы, так называемый белорусский балкон и перемещение всегда в истории войск в ту или иную сторону и попытки изменить наши союзнические отношения с Россией – это тоже основная причина происходящих событий в регионе, в том числе в отношении Республики Беларусь. Цель оправдывает средства – это про подходы Америки и коллективного Запада к поджиганию сегодня европейского региона. А потому будут давить на внутренние триггеры и еще сильнее атаковать информационно. Действовать наши оппоненты будут через молодежь, вполне объяснимо. Разного рода фейковыми историями молодое поколение накачать куда проще. Очень важно, чтобы молодежь была вовлечена в различные процессы развития государства, также в процессах, которые непосредственно реализуются и реализовываются у нас в стране по социальной поддержке
как одаренной молодежи, так и любого молодого человека, который может свои усилия, затраты направить в нужное русло и тем самым позволить ему в дальнейшем развиваться. Формы и методы глобального противостояния поменялись, но суть осталась та же. Антибелорусские центры за рубежом сегодня снова силой активизируют свою деятельность. Сильная Беларусь никому не нужна. Ну, за исключением, наверное, только что нашим братьям-россиянам. Цель – ослабить и поглотить. Актуальность таких встреч, она, ну, переоценить очень сложно на сегодня. Действительно, объективно, актуально, и без прикрас вся информация была донесена до всех нас. Я думаю, что все для себя уяснили, до чего могла довести ситуация в 2020 году, если бы вот у деструктивных сил бы все получилось. Поэтому наша цель, понимая и зная это, более ускоренными темпами развиваться. Все мы видим, что на внешнем периметре почему-то создаются угрозы, которые направлены именно на ударную составляющую. При этом вся история Республики Беларусь, она состоит в том, что мы всегда жили мирно со своими соседями, никогда не проявляли никакой агрессии, и мы сторонники защиты суверенитета своей страны, а не никаких агрессивных действий по отношению к нашим соседям. Бьют и что-то подсказывает, будут и дальше бить и по экономике Беларуси. Крупные предприятия – одна из главных мишеней, но и здесь – промах. Сегодня, после пятимесячного замедления, экономика республики прирастает. С августа 2022-го Беларусь вышла на траекторию восстановительного роста. Наибольший вклад с августа внесло сельское хозяйство, а с сентября – промышленность страны. Предприятия работают, коллективы сохраняются, а зарплаты выплачиваются. Там по-прежнему занимает лидирующие позиции, несмотря на то, что пришлось в этом году перестраиваться со сбытом фактически на марше, с учетом ухода с отдельных западных рынков, рынка Украины. Да, определенные трудности были, государство оказало значительную поддержку «Нафтану» на данном этапе. И сегодня директор предприятия доложил о перспективах развития в целом предприятия, о том повышении эффективности производства, в целом о обстановке на предприятии, стабильно работающее производство, достаточно высокая заработная плата, в целом выше, чем по промышленности у нас в стране. Я вам скажу, что вот бывая на таких гигантах, видишь, насколько люди заряжены на действия, работают, производят, думают, развиваются. Ну, это вселяет уверенность в том, что благодаря таким вот предприятиям будет расти и поступление в бюджет, будут реализовываться социальные программы, то, о чем сегодня тоже говорилось на конкретных примерах, и будет обеспечиваться в целом и национальная безопасность, и обороноспособность нашей страны на должном уровне. Беларусь, несмотря на всю сложность в регионе, сохраняет мир и независимость. У наших соседей, увы, это не получается. Украина – яркий пример, как показало время, суверенитет стоит дорого. А в сегодняшних реалиях и вовсе бесценен. И в продолжение того, что Беларусь, как ее экономическую составляющую, не сломить, с 1 ноября на автозаправках республики появился улучшенный вид зимнего дизельного топлива класса 0. Его отличие от старого – предельная температура помутнения при минус 10 градусов и фильтруемости при минус 20. Достоинство новой солярки еще предстоит оценить автомобилистам. А пока нефтеперерабатывающие заводы страны отлаживают производственные процессы и систему качества. За последним особенно следят на Новополоцком «Нафтане». В лаборатории по контролю топливного производства Новополоцкого «Нафтана» прибавилось работы. С октября предприятие запустило в производство улучшенный вид зимнего дизельного топлива. Теперь на смену сорту F пришел класс 0. Новая солярка превосходит старую по многим показателям, но прежде по низкотемпературным характеристикам. Благодаря применению новой катализаторной системы удалось достичь иных предельных температур помутнения и фильтруемости. В первом случае это минус 10, во втором минус 20 и ниже.
Своими свойствами дизельное зимнее топливо обязано своему уникальному составу, в отличие от летнего дизельного топлива. Обусловлено это наличием парафинов. То есть в летнем дизельном топливе у нас содержится парафин, который имеет свойство изменять свое физическое состояние при понижении температуры. То есть с понижением температуры этот парафин мы наблюдаем визуально в виде появления мути. Вот в зимнем дизельном топливе до температуры минус 10 мы не будем этого наблюдать. И тем самым обеспечим бесперебойную работу и эксплуатацию автомобилей. Затем, что отправится потребителю, на предприятии строгий контроль. В помощь высококлассным специалистам современное производительное оборудование. Сначала измеряется плотность дизельного топлива и определяется его фракционный состав, а после солярка проходит 17 испытаний, в том числе и моторное. Только когда все согласно требованиям, дизельное топливо получает паспорт качества. И так с каждой партией. Обязательная процедура – отбор арбитражной пробы на случай возникновения претензий. Хотя последнее маловероятно, говорят на «Нафтане». Контроль качества у нас осуществляется на всех стадиях производства, начиная от контроля качества сырья в виде нефти, дальше на всех этапах переработки и заканчивая не только паспортизацией готовой продукции, но и отгружаемой продукции уже в таре. То есть это ЖД-вагоны, это автотранспорт, то есть любой вид упаковки. Все виды дизельного топлива выпускаются у нас с ультранизким содержанием серы, а также в соответствии с требованиями Евро-5 и требованиями технического регламента ЕАЭС. Зимнее дизельное топливо класса 0 уже появилось на автозаправках. Как отмечает в концерне «Белнефтехим», цены в пределах существующих. Ведь новая солярка создавалась в том числе с учетом пожеланий и запросов потребителей. Последние уже могут оценить качество продукта, но полноценно при значительном понижении температуры. К слову, в ближайшее время на отдельных АЗС появится зимнее дизельное топливо 2 класса, которое не замерзает даже при минус 30. Продолжая добрые традиции, в этом году в Новополоцке приступили к работе около 500 молодых специалистов. На своем первом рабочем месте они трудятся больше 3 месяцев. Уже успели познакомиться с коллективом своего предприятия, вникнуть в специфику деятельности. Самое время влиться и в городские дела. Начать этот процесс в Новополоцке решили с большого разговора. На диалоговую площадку пригласили в том числе представителей администрации города. Обсудить удалось немало вопросов, прежде всего из сферы молодежной политики. Медики, педагоги, инженеры, представители рабочих профессий. Все эти 480 молодых специалистов в начале августа влились в трудовые коллективы Новополоцка. У вчерашних выпускников вузов и СУЗов было время познакомиться со своими коллегами, вникнуть в тонкости рабочих процессов, наладить быт. А сегодня их позвали на серьезный разговор с участием администрации города. Тем для обсуждения немало, но прежде, как важно быть молодым человеком с активной гражданской позицией. Сегодня будем говорить о месте, о роли нашей молодежи, о тех механизмах вовлечения молодежи вот в те процессы, которые происходят в нашем городе, в нашей стране, о том потенциале, как его реализовать, как приложить, что сделать, чтобы молодой человек мог добиться и своего собственного личного успеха, и чтобы этот путь по достижению собственного успеха, конечно, вливался в общий успех нашей страны. Отдельный разговор на городском собрании о реализации молодежной политики в стране в целом и в Новополоцке в частности. Особое внимание закреплению кадров. Поэтому не случайно на встрече руководители и замы директоров предприятий и организаций. Все вместе говорят о важности института наставничества, помощи в решении жилищного вопроса, оказании материальной не только поддержки молодым специалистам. Эффективность Новополоцке показал и еще один инструмент – комплексная профориентационная работа с участием учреждений образования и нанимателей. Разработаны целые программы, они показывают уже свою эффективность. Есть позитивные моменты, которые выражаются в том, что все большее количество наших новополочан связывают свою жизнь именно с нашими учреждениями образования, с нашим колледжем, с нашим вузом, остаются работать у нас в городе. И, конечно, это залог того, что на смену тем людям, которые сейчас работают на наших предприятиях, успешно работают, придет еще более активная, более заряженная молодежь, которая будет двигать все эти процессы вперед. Говорят на встрече вчерашние выпускники. Прежде они делятся впечатлениями о первых месяцах работы и о том, как встретил их трудовой коллектив. Озвучивают и свои планы на будущее, как карьерные, так и личные.
Я сама работаю в Новополоцкой центральной городской больнице в реанимации. Сама я медицинская сестра-анестезист, закончила Ашанский колледж. На самом деле больница очень хорошо помогает с общежитием, выдает нам достойные места. На самом деле вообще ни капельки не разочаровалась, потому что медицина – это такая сфера деятельности, что можно увидеть все и попробовать все. Главное не бояться и делать то, что надо, помогать людям, бороться за их жизни. Закончил я Полоцкий государственный университет по специальности промышленное гражданское строительство. По распределению попал в СРСУ-3, это специализированное ремонтно-строительное управление города Новополоцка. Работать нравится, работа интересная, и в общем я доволен, что попал именно в это место. Коллектив очень хороший, все люди отзывчивые, добрые, и с любыми вопросами я могу к ним обратиться, и они всегда помогут. Слово и нанимателям. У них также было время присмотреться к молодому пополнению и составить свое мнение. У большинства оно только со знаком плюс. Работодатели довольны количеством и качеством тех, кто пришел к ним трудиться. В этом году мы в свои ряды приняли 36 молодых специалистов. Если сказать честно, то это те, кто нам нужны. И мы важно отметить, что большинство из тех, кто пришел, это же наши выпускники. Выпускники-студенты, выпускники магистратуры. И, безусловно, мы с ними целенаправленно работали, мы их присматривали за ними. И когда пришло время к распределению, мы предложили работу у нас в университете. Сегодня мы констатируем, что мы делали правильный выбор. Мы действительно довольны тем пополнением, которое к нам пришло. Ежегодно к нам в общество приходит порядка 100 человек, молодых специалистов. В этом году немножко даже больше, порядка 150 человек. Эти люди закончили наш Полоцкий государственный университет, наш политехнический колледж. Есть выпускники и минских вузов, Могилевского вуза. Поэтому распределились они на завод «Полимер», к нам на головное предприятие, вливаются в трудовой коллектив. В принципе, мы довольны этой сменой. Молодежь – наше будущее. От молодых специалистов в Новополоцке ждут активного вовлечения в общественно-политическую жизнь города и страны. И городское собрание для этого – хороший старт. И в завершении еще немного информации. 11 и 12 ноября пройдет главное культурное событие осени. Новополоцк соберет друзей на международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хали-хало». А пока вовсю идет подготовка. В приоритете сейчас решение организационных вопросов. Чтобы в дни праздника конкурсантам и гостям было приятно и комфортно находиться в городе. Параллельно разрабатывается программа открытия и закрытия, а также проходят первые репетиции местных артистов. Из ближайших важных событий – онлайн-жеребьевка, которая пройдет на страничке конкурса в Инстаграм 5 ноября. В целом, организаторы конкурса обещают яркое шоу с участием именитых гостей. Так, «Хали-хало» будут вести белорусские певцы Тео и Ольга Рыжикова. Звездным будет и жюри. Например, в этом году в жюри будет популярная белорусская певица Анна Трубецкая, победительница «Славянского базара». Она же, кстати, в 2015 году была лауреатом гран-при «Хали-хало» и очень рада вернуться снова в Новополоцк на наш фестиваль, только уже в качестве жюри. Председателем жюри будет Ирина Аркадьевна Дорофеева. Это тоже достаточно традиционно, она часто у нас возглавляет жюри. Это очень приятно, что она каждый раз возвращается к нам с такими положительными эмоциями, всегда отзывается. Также очень известные видные деятели культуры и искусства Грузии, Армении также будут представлены, присутствовать у нас в качестве членов жюри. Билеты уже продаются, билеты в кассе Центра культуры, мы всех очень ждем, приглашаем прийти, купить билет. И я думаю, что это шоу, оно настолько интересно, это бренд, это визитная карточка Новополоцка, это просто нельзя пропустить, уверена, что вы останетесь под большим впечатлением. У меня на этом все. Напомню, просмотреть нашу программу можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлита. Добрый день.
Министерство обороны Беларуси и России провели совместную коллегию по видеосвязи. Главная тема заседания – создание и укрепление совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленного против союзного государства. Также были подведены итоги деятельности оборонных ведомств за прошедший период и определены приоритеты сотрудничества на 2023 год. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о совместном оперативном учении «Щит Союза 2023. Государственный военно-промышленный комитет Беларуси проанонсировал технические характеристики модернизированного танка Т-72БМ-2. Из основных отличий можно выделить улучшенный комплекс управления, установка многоканального прицела «Сосна-У». Будет увеличена площадь защиты корпуса и башни, также установлена динамическая защита белорусского производства и противоаккумулятивные экраны. В Гродно военнослужащие инженерной бригады приступили к наведению временной понтонной переправы через реку Неман. Она необходима городу, чтобы организовать движение пешеходов в районе улиц Весенняя и Поповича на время капитального ремонта основного моста. Первые занятия по огневой подготовке прошли с новобранцами десантно-штурмовой бригады в Бресте. Помимо знакомства с оружием, военнослужащие отработали навыки оказания первой помощи. В течение нескольких недель они будут проходить курс начальной военной подготовки, где освоят азы военного дела. Напомним, осенняя призывная кампания практически завершена. Молодые люди ежедневно становятся в строй воинских частей и соединений Беларуси. Воинская присяга пройдет 19 ноября. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!